Скорее всего, сегодня могут слететь с конкурса Йоси и Саша. Потому что буквально неделю назад, и сейчас зрители, получается, наблюдают. Спасибо, сейчас девочка. Зрители наблюдают то лобное место, там, те разговоры, ну, и так важно, далее, важно, которые были относительно ближе свадьбы, к делу, ребят. Господи, Майя. Что Йося свадьбы Саши не хочет, Майя, что предложение он ей не сделал. Он не говорил слов «я не хочу с тобой свадьбу». Он говорил слова, что «я тебе точно не сделаю предложение на проект». Саня, смотри. Да. Саня, тихо, он не говорил о том, что... Я на тебя не хочу. Хорошо, провоцировать я не хочу, Саша. Собственно говоря, вот те же слова ты сейчас подтверждаешь. Так нет, я просто... Свою голову на отрез ставлю. Он сказал, ну тогда я на тебе жениться не буду. Да. Клянусь. Было, это клянусь, было на лобном месте. И квартиру я запишу. Но при всем при этом он сказал это, знаешь, когда ты начала пилить, он говорит, все, тогда я вообще на тебе жениться не буду. Ну, извините меня, ребята. Ну, так сказал же. Ну, сказал же. Эти слова были. Не поддержи на эмоциях. Да смысл, а вот сейчас орать, спорить, я вам говорю, таких вот слов конкретных не было. Саш, ну хватит. Я наоборот сказал, что да, он такое сказал, но он сказал-то на эмоциях. Поэтому мы про это все забыли. Просто я помню, такого, например, ситуацию, нет. Когда была у Марины с Ромой ситуация по поводу Египта. Они слетели на второе место. И на первое место вышли Таня. Вчера Тентаклаб заходил, и как бы, ну, Йося с Сашей на четвертом месте. Походу, зритель увидел уже. Подожди, на четвертом? В смысле на четвертом? Нет. Не могло поменяться, не могло поменяться в течение недели. Голосование только по воскресенью. Могло, могло. Оно начинается... Могло, голосование, да. Могло-могло. Рома сам пошел все поменял. Могло-могло. Могло-могло. Просто зритель очень много голосовал, поэтому сервер слетели, и все, Саша, тебе все начали. Ну, конечно. Ну, просто да, на самом деле получается так, что... Если у нас идет конкурс «Свадьба на миллион», это не означает то, что нужно делать прям в конкурс «Свадьба на миллион» предложение. Да. Нет, это понятно. Просто смотри. Я этого дошел, я ему сказала, я говорю, Йося, мне вот именно вот так вот на шоу показушно делать ничего не надо. Саш, пока идет конкурс, тем более. Я смотри, я объясню. Например, что сейчас происходит? Кома часть описывалась, если бы ты нашел, сделал предложение. Ну да, ты же просила предложение. Нет, не описывалась бы кипятком. Мы живем эмоциями. Мы вот если ссоримся, блин, мы значит ссоримся, да? Если мы там, не знаю, целуемся, значит мы целуемся. А тебе мы не будет обидно, что из-за Йосиных слов вы можете сегодня вылететь? Май, не из-за Йосиных слов, давай начнем с этого. Я только что тебе ответила на твои вопросы. Мы такие, по-другому мы просто не умеем. Мы не умеем. Слушай, а не что, знаю, конкурс это вся жизнь, что ли? Я вообще не понимаю. Не, я знаю, что... Понятно, что ты обрадуешься, если вы не выиграете. Май, может... Нет, я не обрадуюсь. Мы зашли в финал, это уже плюс. Ты пытаешься, Май, задеть? Вот. Да что ты обращаешь внимание? Я не задеваю, я просто... Да, ты пытаешься. Вчера мы с тобой разговаривали, и только за сегодняшнее утро уже раз пять ты пытаешься как-то поддеть. Да никак я вас тебе не поддеваю. Ты что, Сань, я просто говорю. Май, ты пытаешься поддевать, давай по факту. Ты сразу пытаешься просто переводить на то, что я не хочу свадьбу, то, что я не хочу жениться, я это хочу, и я это сделаю просто всему свое время. Я не буду спешить, или как ты подталкивала Лешу. Мне это не нужно. Я Лешу не подталкивала. Май, давай объективно, ты его подталкивала. Ходила и тыкала, где мое предложение. Когда он мне сделал предложение, мы вообще были не вместе. В тот момент. Я в тот момент не говорю про тот момент, про то, что это было. Проще всего обвинить кого-то. Я не обвиняю тебя, Майя. Если обвинить Майя, ты сказала сейчас как? Конечно, понятно, что ты обрадуешься. И до этого сколько всяких гадостей ты наговорила. Каких гадостей? Может, ты как бы не замечаешь что за собой? Вы вылетите из конкурса из-за того, что... Ну, возможно, вылетите из конкурса из-за того, что у вас было такое по эфирам. Нет, Марина, это не гадости, это факт. Марина, у Марины с Ромой слетели на второе место из-за того, что у них были ругани в эфирах. Саш, зачем ты вот ведешь? Ты можешь меня услышать? Ну что за бред, я блин? Не веду, просто... Ты можешь просто есть. Это Майя. Неужели не привыкла за год-то? Нет, просто человек, который вчера разговаривал. Капец просто! Они говорили эти слова, виновата я. Ну ладно, пускай будет так. Ну ой, почини диван. Потому что Йося обрадуется, Май. Саша, ты реально глупо или прикалываешься? Она тебя специально подкалывает, а ты ведешься. Об этом я тебе вчера не говорила. Ну будь умнее. Что мне это лицемерие бесит, понимаешь? Ну будь умнее, господи. Ты можешь быть умнее или нет? Нет. А, ну хорошо, ты же не можешь быть умнее тогда это. Делай, как знаешь. Разумеется, не могу, блин. Я сказал, делай так, как знаешь, Саша. Ты не знаешь свою Сашу, что ли? Она тебя завести в полоборота. Ну, блин, Йося. Что тебе такая? Что тебе такая? Что ты хотел сказать? Ничего не хотел сказать. Вы что еще хотите из-за этого поржаться? Что тебе такая? Вещи собираешь свои? Ага. Ты что-то сказал, Саш, да? Не, мол, ты меня опять послала или что? Я не услышал. А ты что опять сказал? Что мне такая, Саша? А что сказал? Что мне такая, Саша? А что сказал? Я ничего не сказал. Что мне такая, Саша? Я тебе еще раз спрашиваю. Научись следить за своим языком. Когда ты меня не слышишь, в адрес меня.
Ты, во-первых, сейчас свой гонор угомони. Гонор свой угомони ты. И корону сними. Ты за своим услышишь языком. Услышь меня. Нет. В смысле нет? В прямом. Если ты будешь мне перечить, то пойдешь нам. Поняла пойдешь меня? Пойдешь на ты. Ты не будешь мне перечить. Буду. А, будешь? Ну, это мы еще посмотрим, Саш. Я Майя специально задавала такой вопрос, потому что ты даешь реакцию. Да. Ты Марин, забыла, где мы, Сань? Реакция? При чем здесь где мы? Ты остро реагируешь, всего лишь обычный вопрос. Я буду на это остро реагировать. Даже пусть она тебя специально провоцирует, Ебаров вас обгонит, вы останетесь за бортом. Пускай обгоняет, окей, да, хорошо. Ты зачем на это реакцию даешь, если ты знаешь, что это не так? Потому что мы вчера вечером разговаривали с Майей. Вчера вечером. Ты сама знаешь, вы разговариваете, на следующий день вы опять как кошка-собака. Потом вы опять разговариваете, потом вообще можете из-за посуды поссориться. С Майей? Да, с Майей. В том-то и дело, Марина. Просто я такой человек, если мы, допустим, решаем какие-то конфликтные ситуации, мы к этому больше в принципе не возвращаемся. А вчера, блин, буквально она лично подходила извиняться, а сейчас опять начинается. Ну, как бы зачем? Сань, просто это обычный вопрос. Даже, ладно, Майя, Рома сидел, Гриценко, все то же самое пилили. Нет, не то же самое, Марин. То же самое, ну, что не Ебаров то же самое. Играет хорошую картинку, и он вас обгонит, Саш, и вы останетесь. Саш, из ее уст я звучала немного по-другому. Суть та же была. Неважно. Видишь, вопрос в том, как это звучит. В смысле, немного по-другому. Ты не даешь мне отвечать. Ты переходишь на мат, начинаешь орать. То же самое с Майей было. Начинаешь орать. Тебе это самой нравится. Очень. Когда идет безумно глупая просто провокация, ты ее неимоверно видишь, и при этом ты отвечаешь. Угу. Что ага. Неимоверно нравится. Саш, орать, что ты сказала? У меня не получится тебя. Что там, я не помню. Усмирить, да, или что там? Это твои были слова. Нет, ты сказала то, что... Нет, это были твои слова. Это были твои слова. Какие ты сказал, слова? Ты меня будешь слушать. Я говорю, нет, я не буду этого делать, блин. Ну да, Саша, если ты меня не будешь слушать, у нас разговора не получится. Да, у нас не получится разговоры. Тогда что ты здесь потому сидишь? Что, блин, по факту я агрессировала на Майю из-за твоих же слов, которые ты говорил неделю назад. А почему нужно агрессировать, Саш? Мы это прошли уже, можно было спокойно объяснить. Почему ты не ответил? Саш, ты начала орать! Ты издеваешься? Ты не даешь мне отвечать. Одно дело, что ты бы сказала, Йося, ответь, пожалуйста, я не могу. Йось, вот знаешь, вот мне вот очень интересно, как ты считаешь, почему нас не поддерживает ни один человек в коллективе по поводу того, что мы должны выиграть конкурс? Ну, почему нас не поддерживает? Нет, я вот тебя спрашиваю. Наверное, из-за моих слов, да? Разумеется, Йось, да? Неоднократных твоих слов. Если бы ты не поднимал эту тему, Саш, ничего бы не было. Мы какую с тобой не тему? Говорили. Тему свадьбы? Тему свадьбу, да. Разумеется, потому что, блин, мне как девочке обидно, потому что всем обидно. Я сказал то, что придет свое время, я тебе сделаю. И что, теперь ты гонишься за свадьбой? Да, я хочу выйти замуж для тебя. А я хочу выйти замуж за ту девушку, которая буду уверен, Саш. А ты во мне не уверен. Сейчас я тебе не уверен, когда так со мной ведешь ну, себя. Ну да, тогда о чем мы говорим? Зачем мы тогда участвуем в этом конкурсе? Хочешь, не будем участвовать? Не хочу. Выйдем. Хочу. Ну, хорошо, пусть и Баров потому участвует. Что, пускай. Все. Потому что если я буду слышать такие слова, то мне с тобой не о чем говорить. Я еще вот эту чушь слушать. Тогда какого черта мы, в принципе, участвовали изначально в этом конкурсе? Какого черта? Ты мне говоришь опять то, что ты во мне не уверен? Нет, ты мне сейчас опять говоришь то, что ты во мне не уверен, а потом ты спрашиваешь. Ой, а я это сказал на эмоциях. Нет, сейчас я не сказал на эмоциях. Да, значит... Я уверен в женщине, которая меня посылает, которая дает мне такое говорить. Так разумеется, за твоих тупых слов я тебя и посылаю. Какой тупой, что ты со мной делаешь, Саш? Люблю, прикинь. Так если полюбила, только очень странно, блин, что я тебя полюбила. Не умеешь терпеть, хочешь свадьбу ради свадьбы? Это ты хочешь? Походу, свадьбу ради свадьбы или еще что-то. Я сказал то, что тебе сказала, свадьба то, что будет, но всему свое время. Я не буду спешить, замуж. Саша, сейчас я правильно делаю то, что я не спешу. Да, правильно делаешь. Правильно делаю. Хочу, правильно чтобы жена у меня была одна и на всю жизнь. В тебе сейчас не верю, потому что стоишь, орешь на меня матом, говоришь, что ты меня не будешь ни слышать, ни слушать. И будешь постоянно меня перебивать. Если ты будешь меня подставлять, блин, разумеется, если ты не будешь что на моей делать? Стороне. Если меня я будешь не там на твоей стороне, саживать. Когда ты орешь матами на всех, Саш, как мне быть на твоей стороне? Я что сказал, как ты поднимался наверх? Мне такая женщина не нравится, я не люблю, когда ты материшься. Это нормально, по-твоему? О чем мне с тобой говорить? Вот о чем? Что? О чем мне а с тобой что сейчас говорить? Так сказал? О чем? А что ты я не так сказал? Ты мне уже говоришь, что ты во мне не уверен. Ты мне уже говоришь, что мне такая женщина не нравится. А что ты делаешь со мной? Потому что люблю, Саш. Да? Незаметно. Да. А ты когда научишься общаться нормально, можешь когда подойти ко мне? Когда ты научишься нормально общаться и выражаться... А знаешь...
чтобы мне потом не было стыдно. Чтобы я потом перед коллективом не краснела за твои слова. Сколько раз ты сама понимаешь, что ты не умеешь общаться ни с коллективом, ни со мной. Я молчу уже, что происходит у тебя за периметром. Ты ни с кем не умеешь общаться, но ты не делаешь выводы. Ни одного ты не сделала вывода. А ты сделала выводы? Ты хотя бы сделала вывод за периметром, что ты не умеешь общаться ни с кем. А ты сделала выводы? Скажи мне, я не умею ни с кем общаться. Ты сделала выводы? Ты умеешь общаться, Саш? Умею, ты умеешь общаться? Умею. Как ты умеешь общаться? Я умею общаться, если тебя не поддерживают, если что-то происходит не по-твоему, ты начинаешь сразу орать. А почему нас не поддерживают, Йоси, из-за твоих слов? Да при чем не поддерживают, да, Саш, можно спокойно объяснить, когда я объяснил Роме, почему так было. Все парни, и в принципе все люди, они думают по-разному. Если мужчина еще к этому не дошел, значит он к этому хочет прийти, но еще не время. А если будешь себя так вести, Саш, значит я буду еще дольше думать. Ты думать можешь, сколько ты можешь, Йось. Мне, в принципе, все Саш, равно. Саш, поверь, когда ты будешь что-то требовать или давить на меня, я буду откладывать это. Я не собираюсь от тебя ничего требовать. Я тебе сейчас перечислила все факты, по которым, какие собственно факты? Говоря, ты я хожу, ору. То есть мы с тобой когда говорили в кулуарах про свадьбу, про детей, в принципе, про кольцо и тому да, подобное. Да, что ты мне сказал, это Саш, было... меня бесит, когда ты так говоришь. Закрой свой рот. Пару часов назад вы говорили о том, что в рамках конкурса вы не хотите сделать предложение, чтобы это не было ради конкурса. Это Санины слова, да. Вот сегодня утром на кухне. Сейчас ты говоришь, а что тогда своей головой не дошло, что его надо сделать? Раньше. Пока не начал носить мозги. Нужно было сделать предложение, как только пришел на ничего, проект. Все, я умерла. Нет, не как только ты пришел на проект. Саш, ты что хочешь добиться? Я Саш, хочу добиться, чтобы никогда в жизни, блин, больше не было левых разговоров вокруг нашей пары. Никогда. Чтобы я больше не слышала о том, что ты, блин, в смысле, что она несет. Ты находишься на проекте, значит, левые разговоры вокруг каждой пары образуются. Хоть у одной пары. Кому это знать, как не себе? Стоп, нет. Хоть у одной пары были разговоры по поводу того, что им, например, мама нашла невесту. Были другие разговоры. А это беспочвенно, Саша, или что? А почему же, Саша? У одного! Я задаю тебе вопрос. Хоть у одного. Были другие измены, если еще что-то есть. Другие женщины. У нас целый букет, понимаешь? Так это проблема коллектива. Ты сама про это говоришь, что тебе это не дает спокойно жить, Саш. Поэтому коллектив и говорит. Поэтому Майя говорит, что ты мне не доверяешь, потому что тебе это кипит и сидит. Так и в этом твоей вины нет. Если тебя это беспокоит, ты об этом говоришь. Это нормально. Просто чем больше ты об этом говоришь, тем больше мы на это обращаем внимание. На измены, на невесту. Этих разговоров бы не было. Хорошо, перед коллективом я хочу принести извинения. Просто не ругайся, не матерись лишний раз, беспочвенно. Нет, я просто объясняю, почему, блин, я сегодня стартанула, да? Потому что, блин, да, я понимаю своей головой, что это все было. Ага, я понимаю, блин, что нас ни один человек сейчас не поддерживает, блин. Хотя мы точно так же находимся в тройке. А почему, блин? А потому что есть этот кушап проблем, блин, был. А почему нас не поддержали? Я говорю, почему с моей стороны, да? Говорю, я могу быть и хамкой, и какой угодно, но никогда никто Саша, не мог сказать, что я, например, тебя не люблю. Что еще там, что-то, блин. Никогда в жизни такое не мог никто сказать, потому что по отношению к тебе я, блин, искренне отношусь. Я вижу, Саша. Я вижу твою искренность. А блин, от тебя, понимаешь, я слышу кучу всяких гадостей постоянно. А, ну да, она плачет, нужно промолчать. Ну, конечно, какая она специально, иди и успокой. Ты гонишь, что ли? Ты думаешь, мне это приятно? Потому что мне это не сидит. Я говорю, почему тебе не говорят так, как про тебя, как мне говорят про тебя? Не повезло тебе со мной, что поделать? Я тебе не говорила о том, что ты знаешь. Саш, ты выносишь все эти разговоры, ты меня засаживаешь при коллективе, а потом говоришь, почему я молчу. Тебе, если тебе это сидит, так и говори, а не отрицай это. Но ты сказала, от твоих слов они отталкиваются, от твоих. Что я сказал? Почему, я не знаю, не говорят про Таню с Витей, потому что Витя ни единого повода не давал. Почему про Таню не говорят? Потому что Таня мозги не выносит. Вот и все. А мозги-то я выношу тебе, почему, блин? Ну потому что, Саша, тебе, наверное, что-то сидит. Почему про Лешу, блин, не говорят? Почему, блин, про них, про всех не говорят? А говорят только про нас с тобой, хотя мы с тобой дольше всех встречаемся. Саша, потому что ты себя так неадекватно ведешь. Потому что ты говоришь такие вещи, блин. Я, а конечно, понимаю, такие вещи что говорю? Ты из другого теста, что может, ты там во всем может, адекватно себя творчестве? Просто вести, слышать мужчину своего, нет? Вот сейчас закрыть рот и пойти в комнату что уже. Что мне еще, блин, сделать?